Всем привет, чуваки, с вами Майк. Вы смотрите мой ежедневный влог Cam with Man. Сегодня... Алис, какое сегодня? 21-е? 20 марта. Точно 20-е? 20 марта уже, блин. Весна, уже полвесны практически прошло. Ну, грубо говоря. Снег. Покажи людям снег. Снег. Все, покажи людям меня. Вот он я. Snowface, снежок. Помните, как брат 2, когда сутенер Бодрова называл Snowface? Типа, снежное лицо, он снежок. Snowface. Вот. Он еще говорил вот так. What the fuck, Snowface? Почему, правда, все нигеры, они говорят what? Не умеют это делать. Что говорят, не просто what, а what? What do you say about me, mom, motherfucker? Ладно, это все бред моей головы. Чувак, тебя нужно обгонять. Мы спешим домой, потому что пора спать. Да, на самом деле уже полдесятого мы досмотрели такие фильм «Столкновение с бездной». Охренецкий, между прочим, фильм, несмотря на то, что он какого-то там то ли 99-го, то ли 2000-го года. Элайджа Вуд молодой соплячок там еще. Но показал себя как надо, практически как во «Властелине колец». Вот, спас, мать его, весь мир. Ну, шучу, конечно. Фильмец классный, даже... Так, Александр, да? Александр Балуев, русский актер, сыграл там практически главную роль. Практически. Ну, не главную, но, в общем, сыграл... Так, он астронавт, космонавт, ученый, типа того. Вот, от России, причем он русского играл. Но он красавчик, он прям... Непонятно, что он даже русский. В основном русских сразу видно. Вот, русский, да. А этот нет. У него нетипичная внешность. Не русско-типичная, он не славянский какой-то он. Но отыграл классно, фильм классный, всем советую посмотреть. А когда приеду домой, я еще что-нибудь выну из нашего кинобанка. Киевского, вот, и какой-нибудь фильмец еще мы с вами освежим в памяти. А сейчас едем, мчимся просто такие, но не превышая скорость, ибо мы законопослушные граждане. Поехали. Ну что ж, друзья, я дома, и пора бы уже выбрать фильмец на сегодняшний день. Барни, иди сюда, иди ко мне. Вот он, бандит. Ты гость программы. Ты знаешь, что тебя все подписчики любят? Кудрявый вонючий пес. Да, я шучу, он не вонючий. Он не вонючий, он хороший пес. Итак, поехали. Поехали. Может, ты выберешь фильм? Сделай шаг. Отправляй в Кинопоиск. Сделай шаг. Открываем Chrome и ищем в Кинопоиске, что это за фильм такой. Сделай шаг. Шаг. А 2008 года фильм. Да, было такое, ходили на такой фильмец. Лорин, молодая девушка из Индианы, отправляясь в Чикаго с мечтой поступить в Чикагскую школу музыки и танца, но после неудачи на вступительном конкурсе она вынуждена работать в Буклерс-клубе. Бурликс-клубе в каком-то. Который оказывается местом, позволяющим Лорин понять, планы могут измениться, а мечты никогда. Вот, типа, она даже, по-моему, родителям своим не сказала, что она не поступила. Они думают, что она все учится, все хорошо. А на самом деле, короче, девчонка танцует, грубо говоря, стриптиз. По-моему, ну, какие-то такие грязные танцы. Вот, фильм отправляется в красную коробку. Красную коробку с фильмами. Сегодня покупались... попкорн с Ализой кушали. Подсели на такой попкорн из микроволновки. Вот.
Все, друзья, завтра едем мы в сервис-центр и забираем наш фотоаппарат, потому что это не дело, это не дело. Кстати, я, наверное, закрывал микрофон все это время, это дерьмово. Чуваки, извините, если я закрывал микрофон, вы меня не слышали. Да, надеюсь, вы все равно что-нибудь слышали. Вот, завтра забираем фотоаппарат, даже если его не починили. Все, надоело, потому что ждать... Вот, пусть щелчки будут, либо мы понесем в другой сервис-центр потом когда-нибудь, либо что, но вот сейчас я не могу уже держать камеру в руке, потому что она тяжелая. Вот, и столько везде бываю, но Mark II не могу с собой брать, потому что, ну, это реально неудобно самого себя снимать на Mark II. Ладно, друзья, не буду вас мучить скучным влогом, все, друзья, всем отличного настроения, всего вам самого наилучшего. Давайте, чуваки, с вами был Майк, покеда! Ask yourself some beer.